Всем привет! Вы находитесь на канале «Создать сайт». Я рад вас приветствовать в рубрике «У вас вопрос, у меня ответ», в которой я отвечаю на интересующие вас вопросы. Кстати говоря, если вам нужна моя помощь в создании вашего сайта или вы хотите получить комплексный аудит и рекомендации по улучшению сайта, а также фактическую помощь по докрутке вашего проекта до совершенства, то записывайтесь ко мне на консультацию. Ссылка в описании. Итак, в своих прошлых видео я рассказывал, что такое домен и хостинг, а также зачем вам нужны эти два зверька. Теперь я вам расскажу, где, собственно, можно купить домен и хостинг. Домен и хостинг можно подключить у хостинг-провайдеров. Их бесчисленное множество. Для поиска просто введите в Яндекс или в Google «подключить домен и хостинг», и по вашему запросу на экран выйдет бесчисленное множество предложений. Но к каким провайдерам лучше всего обратиться? Я вам посоветую два – это RootCenter и MacHost. Ссылки на них будут в описании. Еще очень многие мои клиенты пользуются хостингом от компании Bagit. Лично я им не пользовался, поэтому ничего не могу вам сказать о его качестве. Лично я пользуюсь хостингом RootCenter, потому что здесь приемлемые расценки, конечно, не совсем дешевые, можно найти подешевле, но тем не менее меня здесь радует качество хостинга и отличная работа службы поддержки. Поэтому я однозначно могу посоветовать вам RootCenter. MacHost тоже неплох, я им пользовался ранее, но перешел на RootCenter, мне как-то он больше понравился. Вы же, в свою очередь, можете выбрать любой, исходить из своих потребностей и возможностей. В общем, как-то так. С вами был канал «Создать сайт». Подписывайтесь, чтобы не пропускать качественный контент в сфере обучения сайтостроения без программирования и верстки. А также активируйте уведомления, кликнув по колокольчику, чтобы своевременно узнавать о новых видео. Хорошего вам дня и удачи в бизнесе!